В день выборов жители области могли не только определить судьбу всей страны, но и повлиять на облик своего города. Сегодня стали известны итоги рейтингового голосования по общественным территориям. В программе благоустройства участвует 7 городов. Приняли участие в голосовании почти 170 тысяч человек. Небывалую явку показали Уварово, Рассказово и Котовск. В Тамбове из 6 предложенных дизайн-проектов можно было выбрать 3. С небольшим отрывом победил сквер имени Льва Толстого. На втором и третьем местах, соответственно, расположились парк Олимпийский и сквер Речной на улице Гастелло. Проголосовало больше 40 тысяч человек за данные территории. Это очень хороший показатель. Это показывает, что наши граждане очень инициативны и хотят благоустроить свой город как никогда. Работа по благоустройству пройдет в несколько этапов. Торги начнутся уже в начале апреля. Первым делом в каждом из 3 парков обновят тротуары и проведут работы по озеленению. Главная задача проекта – потратить выделенные средства максимально эффективно. Общественные территории, не вошедшие в тройку лидеров, останутся на контроле у администрации.